Сердце любви. Ну и куча замочков, как обычно. Что-то мне подсказывает. Что в один прекрасный момент замочков здесь будет столько, что от их веса вся эта скульптура обрушится просто-напросто. Вот здесь рыбки плавают. Рыбка. То ли они на солнце греются. Детская площадочка. Ну, тоже крепости, замки, в общем, все в этом роде. Ну, туда мы углубляться не будем. В нашей программе этой площадочки нету. Единственное, что могу отметить, опять же таки, вандализм. Это повсеместное явление, абсолютно неискоренимое. Это остров Чайка. Вот здесь даже рыбу ловят. Ну и как, клюет? Там какие-то птички плавают. Так, вроде бы на этот остров можно зайти, но только с противоположной стороны. На этом острове Чайка целый тренажерный парк. Пожалуйста, заходи, тренируйся. Ой, какой мостик прикольный. Ой, и здесь рыба плавает. Рыбка. О, сколько любителей рыбалки. Это занятие здесь носит прям таки массовый характер. А это остров влюбленных. Но пока что здесь в основном сидят влюбленные в рыбалку. Тут еще и звездочки какие-то на бетоне. Так, а это чего? Какая-то закусочная на колесах, которая когда-то была автобусом. Жаль, что она закрыта. Сейчас было бы неплохо подкрепиться. Это, по-моему, летний кинотеатр. Но сейчас уже не лето, поэтому на кино можно не рассчитывать. Йоу, гурт. Это что-то похоже на облгосадминистрацию. Хотя, может быть, я и ошибаюсь.
Так, мы немножко отклонились от заданного маршрута, но сюда мы тоже планировали попасть, но не сразу. Ладно, сейчас нам надо все-таки в замок. Так, а теперь мы идем по набережной куда-то в сторону замков. А что вот это такое, а? Какая-то интересная такая скульптура. Я слышал, что в Америке индейцы делают вот что-то в этом роде. Высекают в огромной скале своего вождя на лошади. Но чтобы такая скульптура была в Тернополе, может, я что-то путаю. А вот еще одна скульптура, испоганенная дурацкой традицией вешать замочки. Надо понимать, что здесь была лестница, да? Ну да. Только она уже вот-вот обрушится. Но ее пока никто чинить что-то не торопится. Это называется улица Руська. Руська от слова Русь, ну, конечно же, киевская. Улица Руська есть не только в Тернополе, но она точно есть в городе Чернівці. Я об этом точно знаю, потому что я на ней был. И происхождение названия там точно такое же, от слова Русь. А здесь находится церковь Рождества Христова. Я так понимаю, эта скульптура изображает крещение Иисуса Иоанном Крестителем. Эта церковь является памятником архитектуры. Это улица Старый рынок. И здесь когда-то была старая рыночная площадь. Но надо понимать, это было очень давно. На площадке запрещается курить, бухать, приносить еду, сорить, портить. Выгуливать собак,
ходить в шиповках. Самое главное, браниться нецензурной бранью. Можно бегать, прыгать, играть с мячом и ракеткой. Но должен отметить, что здесь чисто. Есть урны, вот в урнах что-то есть. Мимо урны нигде ни соринки нету. Какой творческий подход к разрисовыванию трансформаторной будки. Ателье Гудзик. Гудзик, если кто не в курсе, это пуговица. Выходим на улицу Замковую и опять идем искать замок. По карте я посмотрел, мы мимо него прошли уже, наверное, раза два, как минимум. Надеюсь, с третьего раза мы его найдем. Какой-то такой замок-невидимка попался.